Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фуфлик, Окси, Play Market, OLTV, Венера, пацаны, поздоровайтесь. Всем Play Market. Всем привет. Всем до свидания. Ребята, сегодня очень классная и страшная серия, потому что я буду один охранник, а все пацаны будут играть за аниматроников. И карта у нас FNAF 3. Если опять кушать, приятного аппетита, а я начинаю выживать. Погнали! Найт 1, 12 часов ночи. Ребята, пожелайте мне удачи, поддержите обязательно меня лайкосиком и подпиской. Я буду стараться для вас и страдать тоже. Давайте посмотрим управление. У нас есть аудиодевайс. Это если у меня заглючат звуки, я смогу это делать. Так, вентиляцию здесь не могу открывать-закрывать. Блин, если честно, страшно. Знаю, что эти аниматроники кидают жесткие скримеры. Так, система нормально, все работает. Буду прям очень сильно чекать. А, опа! Я вижу аниматроника. Так, ребята, Бонни уже близко. Это у него очень странный анимат. Ты мне камеру... Тихо. Камера здесь. Ты мне камеру поломал, ах ты жопа. Ребята, начинаются приколы. Аниматроники мне делают пакости. И это первая ночь. Это будет очень сильно и очень страшно. Опять ты... Да что вы там делаете? Вы мне ломаете камеру. Камера, аудио... Аудио девайс. О, я могу все перемонтировать, но это надо долго ждать, да? Быстрее, да, чинись. Да, это дольше ждать. Блин, я не хочу скримеры поймать. Давайте поклацаем, еще посмотрим. Так, я здесь. С правой стороны это у нас... Ну, вентиляция вроде как не рабочая, потому что я мог бы ее закрывать и открывать. Я прям слышу, как будто кто-то там идет. Это я, Тима, я иду за тобой. Вентиляция, чинись. Блин, ребята, что-то происходит, они меня хотят атаковать. Нет, быстрее, вентиляция. Ну... А знаете, почему сложно? Потому что 5 аниматроников, правильно? Ну да, я один. 5-1. 2 часа ночи, и это очень хорошо. О, скоро фантомы появятся. Меня везет, конечно. Это же первая ночь. Мне должно хоть первую ночь повезти, правильно, пацаны? Конечно. Да. А, опа. Я вижу, как ты там что-то делаешь. Опять поломали. Да вы мне ломаете все. О, давай я вообще все починю. Пусть это займет время, но я все починю. Ну, чини, я скоро пойду с тобой. Я ж 1000 лет не играл в FNAF 3. Ребята, напишите в комментариях, когда вы последний раз играли в FNAF 3 оригинал. И кто прошел из вас? Интересно будет почитать реально. Так. О! А ну-ка. Нет, о, нет. А ну. Отлично. О, вот он. Как мне убрать его, этого вонючего? А, блин! Я сейчас со стула не упал. Ну зачем вы мне помоете? А! Тихо, вентиляция. Чинись. ЛТБ, ты видишь меня? Ну дайте хоть первую ночь пройти. Пожалуйста, не убивайте меня. Блин, у тебя такие анимации прикольные. Ты же в VR, да, играешь? Да. Ну конечно. Так. Здесь. Давай опять ломаете мне все. Ушел, отлично, ребята, я его прогнал. Вот он. Совсем прогнал меня. Да блин, да ну блин, откуда ты взялся? Вылезал человек вонючий. Опять вентиляцию поломали, ребята, засрали мне все. Опять идет говно. Ёшки-матрёшки. Девайс, аудио, все ломают меня. Представляете, как они на меня насели? Я пройду, потому что я псих, понимаете? Я лучший игрок по ФНАФу. Лучший. Не, я лучший. Не, я. Так, перезагружается Play Audio. А ну-ка здесь. Да кто мне ломает вентиляции все? Посмотри в окно. О, опять идет. А ну-ка. А если вот тут нажму? А! Ёлка-моталки. Он еще резко выскакивает с под низа вот так вот на меня. Дима, нет! Да я видел, как ты заныкался! Я видел! Представьте, как они меня сильно хотели убить, но не смогли, потому что первая ночь самая легкая. Это же логично. Ну, пацаны, я готов и ко второй ночи. Вы что думаете? Вы самые умные? Вот так вот играют профессионалы. Вот. Все, Night 2. Я сейчас пройду все 5 ночей, я сейчас буду все ночи проходить.
Так, камера систем. Ну я первую ночь правильно, пацаны, играл? Все четко? Да. Дима, ты махал. Я вижу, ты махаешь мне. Вот, ты двумя руками меня машешь, я вижу. Интересно, как это выглядит. Мишка Фредди идет. Да ну, пацаны, вы все на меня... А! Ё-моё. Отлично, я держусь. Нервная система, все в порядке. Я попаду в психушку. Все нормально, вентиляцию чиним. Дима, посмотри на камеры. Отлично, вентиляцию починили. О, марионетка! Нет, 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 нет. Как мне эту морду убрать? Уберись, морда вонючая. Они как, все теперь спит. Сейчас она пропадет. Кстати, никакое управление не работает, не пробил ничего. Хорошо, подождем. Опа, отлично. Фух, все. Уард киллет. Да я поддался вам. Я такой был храбрый в первую ночь, а во вторую я поддался. Ну, специально, пацаны. Оп, закрылась вентиляция, отлично. Я его заблокировал. Я уже начинаю, ребята, въезжать, как все делать здесь. Ну ты, блин, Дима, хотя бы починить. Блин, собака вонючая пришла, меня испугала. Мне интересно, когда такое количество аниматроников, вообще реально пройти хоть, ну, вторую ночь мне будет или нет? Реально, я пятую проходил. С пяти игроками? Со всеми. Я не верю тебе. Он реально проходил. А давай потом. А давай я потом пройду. Давай. Хорошо. Потом пойду к тебе. Хорошо, я согласен. Хорошо. Дима, короче, если ты увидишь аниматроника на камере, то не надо на эту камеру посылать аудио, надо на соседнюю. А на соседнюю надо? Да, чтобы он туда шел, а не оставался на этой. Все, я понял. Получается, я звуком привлекаю его. Хай. Да. Опа, идет. Мутантус. Я его не отвлек? Блин, не отвлек. О, видели? Прям появился челепиздрик возле меня здесь. А! Ладно, 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 я держусь. Все нормально. Дима, только час ночи. Да я понял, я не пройду. Вы меня будете специально убивать всегда. Мишка, отлично. Hello. Все, уходи. О. Подожди, так, Дима. А ну-ка. Hi. Туда. Отваливайте потихонечку, я должен пройти. Давайте вентиляцию почекаем. Что у нас там по вентиляции? Все нормально? Опять ты идешь, да? Морда собачья. Отвлек. Ах ты! Хорошо. Блин, ну он, видите, они не доходят и резко появляются перед лицом. Вроде и скример не сильно страшный, но я дергаюсь, потому что там весь экран. А, давай, вентиляция. Чинимся. Быстрее, 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 пожалуйста, чинись. Отлично. А где наша вентиляция? Оп, закрылась, отлично. А! Хорошо, еще раз. Быстрее вентиляцию чиним. Да что такая карта слабая? Все ломается. Постоянно. Опять идет ко мне. Не отвлекся? Я же отвлек его. Хорошо. Дима, не забывай, что фантомы — это воображаемые существа. Да я знаю, это же фантомы и все. Но все равно я дергаюсь. Они у меня ХП отнимают в реальной жизни. Ага, это плохо, Дим. Я согласен. Дима, ооо, полтбэшенька. Пацаны там сговорились, чтобы меня убить, да? Hello. Ну, фух, ушел. Повезло тебе, Дим. Это я отвлек тебя, получается? Hi. Да. Хорош, хорош, я знал, что я профессиональный игрок. Оу. Hello. Откуда? Hi. Ах ты, хорошо, хорошо. Опять ты здесь, да? Ах ты! А все поломалось, а все горит, все мигает, все трещит и пердит. Тебе повезло, ты меня успел отогнать. Смог, да? Хорош, я знаю. Да.
Чинись, пожалуйста, быстрее, должен пройти хоть что-то. А! О, Чика! Hello. Вентиляция? Hi. Так, отвлек. Давайте. А ну-ка, давайте его подать. О, давайте вот сюда его отвлечем. Хорош. Исчез. Ладно, я уже ожидал, что это сейчас будет. Да что ж вы опять не ломаете вентиляцию? Ну-ну-ну, быстрей. Ах ты! Блин, у меня каждый скримак это каждый удар. Ай! Да блин, вы меня под дых бьете! Есть! Есть! Я прошел. Очень большое напряжение, когда вы пытаетесь вот так со всех сторон на меня напасть. Это очень страшно. Дим, я угорал, когда на тебя постоянно медведь шел. Если понравилась эта серия и вы хотите еще увидеть PvP с аниматрониками, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. И пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.